И всем привет, вот мы вернулись в игру. Вот. Так, у нас еда заканчивается, это плохо. Но сначала пошли надо. Как бы вот здесь и есть, ну как бы я посадил огород, но что-то он как-то вообще ни хрена не растет. Вообще будет давать урожай нам или нет? У нас семян нет, ну как бы нарисовано, что есть. Воду пока еще рано собирать, да? Еще 18 минут. Ой, блин, долго. Так, где-то у нас тут есть задание. Надо сердце уничтожить. Вон, 200 метров в ту сторону. Здесь сильно много тварей развелось уже просто вокруг нас. Метров на вышку. Это что там на камушке стоит? Ну ты не пройти не можешь. Ну, зум, дай мне, пожалуйста. Вижу, куда болт полетел далеко. Но полетел. Так, не, туда падать не надо. Ну, а ты как можешь? Она не может перелезть. Надо где-то здесь болт найти. Так-то так, не сильно много на стамины тратим. Он вроде где-то сюда летел. Правда, я не уверен. Получена еда, отлично. Блин. Ладно, минус болт. Так, ты говоришь, сюда надо вылезти или куда? Карту можно включить? Новая неожиданная. Так, нам сюда, говоришь, да? That nearby plague heart means there's no real security here. Никакой охраны здесь нет. Водонапорная башня. Да, но мы можем здесь полутаться. Ну, там орда, кстати, рядом проходит. Well, beggars can't be choosers. Так, неплохо. Чтобы орду сделать, надо. Ну, да, очки. Я не уверен, что у меня столько есть очков. Слава этих. О, для ремонта машины. Таинственный радиосигнал. Сейчас съездим туда. Болтики. Нужная вещь, глушители делать. У меня пистолет и винтовка с глушителем. Еще меч есть. Надо будет испытать его. Еще не... Только нашел его. Влезла? Вроде влезли. Так, ну это же не все. Занято чумой. Так, а где же... Сюда мы войти не можем. Или можем? Можем. Пульт управления. Так, платы влезут. Блин, у меня все не повлазит, зараза. Так, восстановила сила. Хорошо. О, еще болтики. Ну, ищи давай. Блин, а была дверь закрыта? Ну ладно. Будем надеяться, что все обойдется. А у тебя некуда ложить, да? Ну ладно. Некуда так, некуда. Выключи свет. Так, где наш гнездо, говоришь? Занято вот это, что ли? Занято чумным сердцем. И там машина рядом есть. Вот еще занято чумным сердцем. Здесь выжившие, да? Давай с ним сходим. Вот что-то им отдать. О, кстати, у меня с собой медикаменты. Если это хорошо, если что нас повредят, можем будет заюзать их. Минус выживший. А нет, смотри, выжил. Выживший выжил. Блин, нет места. Привет. Добавить спутника.
За 100 у меня есть, да? Так, где найти чудное сердце? Так, опа, у него пушки есть. Так, ну я тебе могу что-то отдать. Вот этот колышек, например, что это? Холодное оружие дробящее, на. Мне просто продать надо. Покупать я ничего, ничего не буду. Надо взять его к себе. Так, отпустить, но не узнать больше. А ты разве не с нами уже, не? Или у меня просто тупачков не хватает? Отпустить нас, спутника. Все торговлю с Гуру, okay. Серьезно? Так, это нам надо обязательно взять. Ты будешь за мной ходить или... Да, отлично. Тут что-то есть полутать? Или нет? Наверное, нет. Ох, наверное, нет. Полно всего. Можно я тебе все скинуть, а? В смысле, я ж тебе... Охренеть, я, блин, потратил, отпустил, а типа... Hey, come help me out with something. I'm right behind you. Потеряна с точку. Еще потеряна с точку. Спасибо большое. Идем, я тебя на базу отведу. Наверное, он туда хочет. Хрень какая-то полная, где наша? 400 метров, блин. Бегать туда-сюда. Так, вот такие зомби горят. Или даже взрывается. Где-то арбалет. А, вот арбалетный болт, отлично. Далеко хоть не улетел. Идешь, идем. Я тебя отведу к нам. Так, он еще студент. Ну, этого можно ножичком прирезать. Они опасные, заражают, зараза, и... Ой. Я думал, ты один, а ты не один. Он еще лазит, блин. Так полно везде, это чумное сердце, блин. Надо бы пройти побыстрее отсюда, чтобы нас никто не заметил. Кстати, вот эти взрывные. Синими глазами. Давайте, давайте, горите все. Во. Wandering around in plague territory might be a bad idea. Whole mess of zombies on the move, guys. Это кто там? Got some dead ones coming in. Он в камне, уходи. Где-то он там, короче, походу в камне заспавнился. Так, уберем толстячка. Ну-ка. А, нет, не получилось. О, хороший меч. Да, это тебе не топорик какой-нибудь. Так, ну заходи. Yes? Так, я не понял, я опять его опять торговец с группой, я ничего не понял. Wanna make a trade? All right. Я думал, он с нами будет. И нафиг я тогда столько очков потратил? What's happening? Иди в баню. В таком случае. И он назад побежал. Охренеть. Зашибись. Ух ты, сколько тут уродов. Так, ну нам сюда надо идти. Даром только бегал, блин. Занято чумным сердцем. Вот это, наверное, да? Вот, скорее всего, оно в центре находится. Вот, туда надо идти. Блин, там орды. Просто не вокруг нас. Блин, я взял такой, слил просто кучу, блин, очков. Зачем?
спрашивается. Так, надеюсь, наши тут отстреляются сами. Взял машину, потому что без машины это хреново. Пешком бегать. Тут еще много мест, где я вообще не был. Нам надо сердце это уничтожить. Так, это здесь, да? Останавливаемся. Скорее всего, в этом магазине все это происходит. Так, включим фонарик, там темно. Сядь, сядь, сядь. О, можно, говоришь, поискать, давай. Давай поищем. Ух ты, сколько много всего. Что это такое? Роскоши, патроны. А это что? Насадка для... Сужение. Это для... на дробовик, наверное. I don't hear any zombies, but in plague territory, that never lasts. Так, возьмем-ка пистолет, давай. На всякий случай. Или это не здесь гнездо? Странно. Ладно, все равно, раз пришли, поищем. Еда. То, что надо. То, что мне как раз искал. У нас еды вообще очень мало осталось. Okay. Патрончики. Болтики. Это не те патроны? Те патроны, да? Блин, не лезет уже ничего. Машину надо скинуть. Странно, что здесь никого нету. А ну-ка, пистолета надо попробовать. Зума нету? Нет, зума никакого нет. Ну, неплохо. Так, в мою сторону идет. Давай, 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 скидывай. Такой, что случилось? Ай-яй-яй. Да ты... Взрывные, блин. Это тоже взрывной, кстати. Или который горит. Крайний случай, если не взрывной. Еда нам обязательно нужна. Ух, тут прям очень много всего. Блин, где же эпицентр-то этого находится? Надо каждую эту точку проверять. Канистра для машины пригодится. У меня бензин, кстати, брать некуда уже. Ну, именно вот эти вот припасы, мешки вот эти. Переполнено. Так, болты давай. Что еще есть? Здесь. Это тоже. Что-то вкусное для нас есть. Так, где-то я там еще оставлял, да? Это не здесь, это в соседнем магазине. Ё-моё. Это некуда брать. Стройматериалы тоже нужная вещь. Машину сейчас скинем, конечно. Так, это у нас что? Какой-то нож. Холодное оружие. Клинок. Есть солдат? Есть. Тут прям все пропитано этой гадостью. Так, это что? Метательная приманка и компост. Вот это нужное дело. Так, здесь я вот оставлял болтики, заберем их. Тут два из трех. Вот еще. Нам еда обязательно нужна. Роскошь. Алкоголь.
Здесь вроде все. В соседнем магазине надо еще пошастать. Долутаться. Стройматериалы заберем. И где-то здесь еще что-то оставлял. Вот тут. Приманку. Все тут, да? Нет, еще что-то есть где-то. Боевой дух. Оптимизм. Где еще? А, вон. Полка. Сейчас посмотрим на задание, что у нас тут есть. Так, это состакается? Нет. А чего вы не стакаетесь? Это разные бутылочки, блин. Да, у тебя вечно нет места ни для чего. И в машине, кстати, уже ни для чего места нет. А может, что-то состакается? Сейчас посмотрим. Так, подожди, может что-то куда-то влезет? Нет, это точно нет. Болтов здесь нету, патроны. Блин, нечего даже положить туда, офигеть. Да, блин. А бросить можно? Применить сменно. Выбросить на пол пока временно. Бросить вот. Да, я канистру заберу. Заправим машину. Нам пока никто не мешает. О! Это шляпа и влезет. Мало места очень в машине, очень мало. Так, смотрим, где это у нас тут. Мы не дошли туда. 40 метров в ту сторону. Надо подъехать, наверное. Все, шуметь будем сильно. Давай пешком пойдем. Или это все здесь? Это все здесь. Но тут нет никакого гнезда. По крайней мере, я не нашел. Может, на крыше? Я успел. Я вовремя. Не, на крыше тут как раз-то ничего и нет. Но тут выжившие тусили. Ничего тут не оставили для нас? Нет. Что там, дверь ломает или что? Не надо мне тут гореть. Так, по-моему, здесь ни черта нету. Это не то место. Может быть, на заправку надо сходить. В прошлый раз я, по-моему, на заправке находил это гнездо. Возможно, оно опять там же. Мне мешает, его надо убрать. Он еще и мозги дал. Но здесь не может быть. Слишком громко. Чуть-чуть отбежим. Присядем. Они ломают двери. Так, может быть, здесь это гнездо. Фиг его знает. Где я? Где мой персонаж? Не вижу ни хрена. А здесь у нас что? И здесь лутаться... Ёбаный в рот, блядь, беги, дура! Классно, блин. Пытаешься, блядь, бежать, она, блядь, какую-то херню творит. Блин, неожиданно, конечно, встреча. Я заразился. Да что ж такое-то, а? Предмет роскоши. Я вообще от базы не могу уйти. Я уже четвертый раз возвращаюсь, потому что я постоянно заболеваю.
меняешь напарника, ждешь, отменяешь миссию, она пропадает. Что за бред какой-то? Классно. Фантастика, да. Ну что, болта не осталось? Болт разлетелся, наверное. Ой. Ой, пистолет. Беги. Может, они здесь, это все-таки гнездо? Что их тут подозрительно много. Нифига тут нету. А, что мне смысл искать, если тут ничего нет? Это в туалет просто, да и все. Может... Мне тут больше всего нравится. Какие-то левые задания появляются, которые раз и стекло, и стекло, и стекло, и стекло. Я, блин, по-моему, другим заданием занимаюсь. Мне те какие-то побочки суют все время, которые постоянно пропадают. Надо домой ехать. Машина, давай. Тебе надо лечиться, потому что ты помрешь, а мне это совсем не надо. Я сюда. Ой-ой-ой. Толстячок спит. Давай его грохнем. Как ее скинуть? Об дерево ее стреснет. Сука. Рвануло все-таки. Вернемся домой. Блин, куда ты заехал? О, можно проехать. Блин, вот машину носит, как здесь какой-то просто полный. Управлением в игре автотранспортом просто. Открывай, заходи, не бухти. Выгружайся. Книжки, вот это не сюда. Чё, дверь не закрылась. Давай. Мне нужен напарник. Потом я переключусь на нее. Так, добавить напарника. Давай. Так, переключиться на персонажа. Да я не вижу ни черта, алло. Иди отдыхай. Отпусти. Надо сказать ему, чтобы она шла отдыхала. Лечилась, точнее говоря. Они же даже этого сами не могут сделать. Ну проходи. Не смотри на меня, ложись. У тебя такое хорошее оружие, которое мне надо, блин. А у тебя... Ты сейчас будешь... Так, найти лидера. Все это задание пропадает просто один за одним, и все. Ладно, поехали на этот единственный сигнал. Что там у тебя по оружию? Консервы. Откуда вы все время консервы берете? Я не понимаю. Выложи консервы, иди в баню.
одним арбалетом 28, но у нас легенькие эти, да? Легенькие арбалетные болты. Что у нас, легких нету? Легких нету. Ладно, я думаю, и так найдем что-нибудь. А даже машину надо, тут разгрузиться надо. Так, она вроде как выздоровела уже, я все разгрузился. Или нет? Частичное заражение. Ты давай, давай мне. 2% осталось, ну это не так много. Сейчас, по идее, она должна отхилиться. Все еще 2. Я немножко еды принес, так что нормально. О, 1%, да, она лечится. Все, поехали, это никогда не закончится. Пару вещей, говоришь, нашел. Так, может быть, аптечку с собой взять? Это не помешает, кстати говоря. 21 штука. Давай. Отдыхай. Ей, говорит, лучше уже. Я не знаю, машину надо как-то починить. Для тяжелой техники. Ладно, ладно. Кого-то там грохнули. Так, вон, аж километр целый надо ехать, 400 метров. Это такое ощущение, что эта игра живет своей жизнью. Вот ты в ней играешь, а там что-то происходит, какие-то левые события, которые даже... Я на них даже внимания не обращаю. Раз что-то там пропало, раз что-то время прошло. Когда этим всем заниматься? Если я один, думаю, управляю ими. Вот эти вот горящие глаза, блин. Хреновые. Опасные очень. Блин, мне туда надо. Ох, машина носит. Давай, давай, давай. Машину парканем здесь, посмотрим, что тут за таинственный сигнал. Радиовышка, машина есть раскуцанная. Ее можно восстановить, скорее всего. Коктейль Молотова. А мне наверх надо лезть или нет? И куда мне дальше теперь? Так, заполучить содержимое контейнера в каком-то районе, где оно там. Ты еще дальше, елки-палки. Так, ты что тут, колымага? А в тебе ничего нету. Не-не-не-не, вылез оттуда. Мне там у тебя ничего не надо. Эта машина не лутается? Нет. Ладно, едем за припасами. Не знаю, куда далеко, правда. 2 километра целых. Еще дальше, чем. И темнеет как раз, зашибись.
есть припас, давай берем. Сядь. Неплохо. Куча пушек. Hell yes. Серьезно. Серьезный аргумент. А ну подожди. Покажи мне, что тут у тебя есть. Так, пистолет на 10 патронов, на 15. У меня глушителя с собой нет. Автомат есть. Какие патроны используешь? Это здесь, что ли? Нет, это написано. Вот. Но это надо багажник сложить. Пистолет, наверное, себе возьму. Правда, глушителя, я же говорю, нету. А можно на аванпост, кстати, заехать. Точно, поехали на аванпост. Ну, миссия как бы выполнена, разве нет? Как бы я все забрал. Ну да, предмет я этот забрать не могу. Ящик, то есть... Надо отключить, наверное, так. Половина бака с этого спалил. Вот сюда едь. Поехали на аванпост. Так, надо на дорогу выехать. А, во, можно. Выехать. Опа, тихо. Носит. Сильно носит машину. Так, ну что ж. На этом буду заканчивать серию. Я как раз машину заправил всю. Будем ехать уже в следующей серии. Ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.